Органы юстиции за годы независимости внесли существенный вклад в совершенствование правовой политики страны. Словом и делом они утверждают верховенство закона, обеспечивают неприкосновенность конституционных основ. Юстиция идет в ногу со временем. Сегодня все востребованные услуги переведены на цифровой формат. К 30-летию независимости в областном департаменте юстиции также были отмечены лучшие сотрудники. Органы юстиции играют важную роль в укреплении правовой системы. Обеспечение верховенства закона вносит весомую лепту в реализацию государственной правовой политики. Группе сотрудников были вручены юбилейные медали независимости Казахстана 30 лет. Пусть наше государство и далее процветает, крепнет единство народа. Лучшие наши специалисты удостоены юбилейных медалей. Мы и далее будем стремиться добросовестно выполнять свою работу. Кроме того, ряду сотрудников департамента, нотариальной палаты, адвокатуры, палаты частных судоисполнителей, представителям органов прокуратуры были вручены благодарственные письма акимов области и города и Министерства юстиции. Работаю в этой сфере уже 20 лет. Сегодня нам вручили юбилейные медали независимости Республики Казахстан 30 лет. Я очень рад, что так высоко оценили мой труд. Поздравляю с праздником независимости. Торжественный вечер продолжился концертной программой. Амина Усенова, Даулет Саид, Шыңғыс Шумаханов, Канат Махамбетов, телеканал Кызыларда.